показать свое мастерство и навыки командной работы. Футбол, пожалуй, самый популярный и массовый вид спорта, собрал в хоккее Александр Невский города Городца 4 команды мальчишек, чтобы в честном споре выяснить, кто сильнее. Я занимаюсь футболом 7 лет. Соперники не довольно тяжелые, но играть они умеют. А вы? Ну, мы тоже умеем играть. Сложно было? Ну, вполне да. Сколько голов пропустил? 3. Это много? Ну, пока нет. Выносливый. Я уже 2,5 года занимаюсь. Ну, у меня по физкультуре не очень было. И я на 5-ке стал теперь физкультура. Это улучшило мое здоровье. Кроме заволжан и горочан, хозяев турнира по мини-футболу, на призы депутата областного законодательного собрания Александра Тимофеева, в соревнованиях участие приняли соседи из Сокольского и Чкаловска. Победу юные футболисты разыгрывали по круговой системе. Каждая команда сыграла по 3 матча. И здесь было все. И накал страстей, и спортивный азарт, и подбадривающие крики болельщиков. Я себя помню в детстве, я уже не играл в футбол, мы даже зимой играли в футбол и в хоккей. И вот этот как раз вот командный вид спорта, который очень интересен, когда дети, школьники, они занимаются, бегают там, хотят победить, и как раз вот это как-то сплачивает их вот на этом поле. И я всегда считаю то, что очень важно это воля к победе. Мы смотрим, как сейчас вот играют ребята, как они борются, как они вместе помогают друг другу победить, и это очень важно. Я болею за детскую юношескую спортивную школу. Городца. Городца, города Городец. Я очень хочу, чтобы мы заняли первое место, но пока не получается. Оценку я поставлю, 3-ку максимум. У них очень хорошо получается у вратаря Кермикова Кирилла. Он очень хорошо играет на воротах. И у Вани Шестова, и у Данилы Барша очень хорошо получается нападать на соперников и отбирать мяч. И у них очень хорошо получается забивать голы. Нормально. Я ценю свою игру на 3-ку. 3 с минусом, потому что мы растерялись и начали переживать. И реализация не очень у нас получается. Да, мы промахивались и давали игрокам бить по воротам. И в итоге нам забивали. Проиграли. А проиграли горочане гостям турнира. Команда из поселка Сокольского стала победителем. На втором месте чкаловские футболисты. Городец и Заволжье на 3-м и 4-м местах соответственно. Всем участникам соревнований в этот день были вручены кубки и медали, а также спортивный инвентарь.